Sky Cinema совместно с Frame by Frame представляют фильм Андреа Жублина «Подмена». Нет, нет, нет! Говорить с вами о литературе все равно, что заботиться о ребенке вместе с Иродом. Тебе не кажется, что я поправилась? Нет. Мы же подруги. Так я поправилась? Но если ты настаиваешь, да, ты поправилась. Заткнись, нахалка. 2х в кубе? Тебе не помощь нужна, а изгнание дьявола Лени. Родители не пускают меня на вечеринку. Учился бы, как я, пустили бы. Что, солнышко? Не знаю. Скажи, по-твоему, я хорошенькая? О чем ты говоришь, солнышко? Ты самая красивая. Видишь, ты посмотрел на нее. Ты же знаешь, хорошенький мне не нравится. Я натуральная блондинка, говорите медленнее. Перестань, ты просто должен поверить в себя. Тапстер владевает мячом, обходит защитника, вырывается вперед и с идеальной позиции бьет по мячу. Нет! Тапстер забивает гол! Тапстер забивает гол! Мяч конфискован. Мой мяч. На нем автограф самого Дель Пьера. А вы кто? Заместитель. Все сели по местам. Живо-живо. Сеньор учитель, пожалуйста, это мой мяч. Отдайте мне мой мяч. На нем автограф Дель Пьера. Это демонстрация того, кто здесь главный. Мао говорил, накажи одного, чтобы научить сотню. Здесь это тоже верно, хотя вас гораздо меньше сотни. А ты, толстячок, тянешь больше, чем на одного. По местам, быстро. Не нравятся твои кроссовки. Мужские такие тоже выпускают. Используй их, чтобы принести классный журнал. У тебя 73 секунды. А где он, в учительской? 71, 70, 69. Сеньор учитель, можно мне получить свой мяч? На нем автограф Дель Пьера. Сеньор учитель, можно мне получить свой мяч? На нем автограф Дель Пьеро. Это место свободно? Оно для ее эго, сеньор учитель. Ты настоящая куколка с этими волосами. Куколка Вуду. Только без драки, девочки, а то я расплачусь. Сеньор учитель, вы замечательный, вы заставили нас и смеяться, и думать. А теперь можно мне получить обратно мой мяч? На нем автограф Дель Пьера. Послушай, ты... Спасибо. Очень мило. А как же я? Если хотите, он будет ваш. Не хочу пользоваться своим преимуществом. Сеньор учитель, отдайте мой мяч. На нем автограф Дель Пьера. А это что такое? Пончик с кремом, сеньор учитель. Он разговаривает. Да, он просит меня его съесть. Как я могу отказаться? Он такой славный. Дать вам салфетку, сеньор учитель. Ты что, подлиза? Нет, я... Да, он подлиза. Он подлиза? Да, он подлиза. Он подлиза, 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 подлиза. Неправда? Тихо! Нам нужно провести тест. Специальный. Чтобы узнать, подлиза ты или нет, мы должны посмотреть, насколько хорошо ты умеешь подлизываться. Справишься, получишь хорошую оценку. Здесь, перед всеми? Конечно. Это отвратительно. Меня сейчас стошнит. Сеньор учитель, прежде чем выставить меня образцово-показательным подлизой, необходимо вступление.
Всем известно, что самой характерной особенностью подлиз является гладкий и раздвоенный язык, как у змеи. Давай, покажи нам свой язык. Давай, показывай, показывай, мы ждем. Ты просто отвратителен. Как тебя зовут? Франко Баба. Франко Баба. Тройка. Тройка? Он поставил ему тройку. Меня сейчас удар хватит. Кто такой Каверна? Фабрицио. Я сеньор учитель. Ты шикарный парень с цветной капустой на голове. Даю тебе 7 секунд, чтобы изобразить большого козла. Что? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Больше козла. Энергичнее. Больше козла. Больше козла. Больше цветной капусты. Бодайся, бодайся, бодайся. А теперь рев капустного козла. Браво, браво, аплодисменты. Тишина. Ты кто такой? Сесть. Встать. Стыдись. Каверна Фабрицио. Девятка. Можно посмотреть, сеньор учитель? Я даже не знаю, как она выглядит. Сеньор учитель, можно мне попробовать? Конечно. Пожалуйста, сеньор учитель, можно и мне тоже? Пожалуйста. А ты не хочешь пройти тест? Нет. А что ты делаешь? Пишу. А что ты пишешь? Стихи. Стихи. Можно посмотреть? Нет. Уверен, ты об этом не пожалеешь. Ну тогда или нет? Дашь посмотреть, получишь девятку. Нет. Отдай ему стихи, пока он не вытащил калашников и не перестрелял нас. Сеньор учитель, если я достану ее дневник, вы отдадите мне мой мяч? На нем автограф Дель Пьеро. Внимание! Внимание! Я приказываю вам защитить поэтессу, которая говорит «нет», и напасть на него. Самый храбрый получит высокие оценки. В атаку! В атаку! От книжки ему ничего не сделается. Бросайте в него словарями. Трус! Презренный трус! Давайте, давайте, давайте! Бейте! Бейте, бейте! Продолжайте, продолжайте, давайте! Теперь трясите его! Трясите! Трясите шкаф! Давайте, давайте, трясите! Что вы делаете? Я хрупкий! Я хрупкий, как все красивые вещи! Прошу прощения, а вы кто? Сеньор учитель, мой мяч, на нем автограф Дель Пьеро.
Извините, ребята. Ностальгия. Меня всегда окружают взрослые. Они такие разочарованные, такие испуганные, такие растерянные. Они так мрачно смотрят на жизнь. В этом никто не виноват. Как я могу вырасти? Как я могу стремиться к большему? Когда я поднимаю голову, и у меня рождается идея, почему это всегда мальчишеская идея? Наконец-то! Где вы были? Сеньор Бриц и его коллеги 100 лет назад как приехали. Они ждут в вашем кабинете. Это не катастрофа. Это катастрофа. С ними президент. Он приехал из Китая. Президент Юблин в моем кабинете? Вы же знаете, какой он обидчивый. Вы предложили ему аперитив? Сейчас они уже в алкогольном ступоре. Доброе утро, сеньоры. Извините за задержку. Доброе утро. Рад вас видеть. Господин президент, это большая честь для меня принимать вас здесь. Спасибо. Давайте начнем нашу презентацию. Прошу вас, господин президент. Итак, статья 1, 2, 3, 4, господин президент. Он предпочитает читать. Куда? Ты же не пойдешь прямо туда. Вот видите, он здесь. Кто бы вы ни были, отдайте мой мяч с автографом Дель Пьера. Я сделаю все, что вы захотите. Хотите рыбу-кузовок? Будет вам рыба-кузовок. Это рыба-кузовок. Хотите танцующего кролика? Должно быть, я в параллельном измерении. Хотите птичку-журчалку? Смотрите. Боже, он упал на дорогу, маленькая птичка-журчалка. Сбегай и принеси. Он возьмет мяч, и мы запремся изнутри. Прошу прощения, сеньоры. Эти дети, частично это вина их учителя. На этом мяче автограф Дель Пьера? Да. Серьезно? Да, да. Можно его взять? Он очень много значит для этого парнишки. Уверен, вы об этом не пожалеете. Так я могу его взять или нет? Нет. Фильм посвящается людям с нестандартным поведением. Автор сценария и режиссер Андреа Жублин. Продюсеры Лоренцо Фоски и Давид Лукетти. В фильме снимались Ариана Дель Буоно, Андреа Жублин, Лоренцо де Чичо, Валентино Кампителли, Николя де Фео и другие. Оператор Даниэль Массачесси. Продюсер Франческо Спазини.